всех приветствую на своем канале. Сегодня я вот одет вот так вот, по парадному выходному. Ну, время соответствующее наступило. Канун Нового года, то есть пора уже подводить какие-либо итоги, раздавать подарки, ну, делать поздравления. Про подарки. У меня на канале Дед Мороз уже несколько дней раздает подарки. Видео интерактивное я сделал. Кому будет интересно, там ссылочка вот внизу под видео. Перейдите, выберите себе подарок. Ну, наступает год сине-зеленой деревянной козы. Ну, как так смешно все это название. Ну, и хотелось бы, как бы по традиции, кое-какие итоги подвести. Очень-очень хотелось похвастаться перед вами, что мой канал набрал 2 миллиона просмотров. Ну, чуть-чуть мне немножко не хватает. На данный момент у меня 1 900 000 просмотров. Ну, вот в течение вот последней недели как бы зрители проявляют меньшую активность. Ну, это связано с предновогодней суетой. Смотреть некогда, надо готовиться к Новому году. Канал имеет на данный момент 1900 подписчиков, что меня, конечно, радует. Очень большое прибавление подписчиков у меня пошло с октября нынешнего года, как закончился туристический сезон. Люди сели просматривать видео, вспоминать о том, как было. Ну, нужно сказать, что вот нынешняя ситуация в стране, да не в стране, а непонятная ситуация там с внешним миром, с этим вот курсом доллара, как бы вызывает тревогу в связи с тем, будущими поездками в Турцию. Но все равно, видео еще много у меня снято, выкладывать есть что. Будем искать возможности посетить эту благодатную страну и рассказывать вам о том, как там люди отдыхают, про их быт в стране, про их культуру, про их достопримечательности. В общем, смотрите видео на моем канале. Ну, как бы итоги подведены, теперь мы переходим к поздравлениям. Очень приятная часть. То есть у нас год-то сине-зеленой деревянной козы. Ну, или овцы, как там их называют. Вот у меня, видите, тут какая есть она симпатичная. Не-не-не-не-не-не. А пока вот для того, чтобы видео снять. Ну, в первую очередь, я, конечно, хочу поздравить своих подписчиков. Меня очень-очень порадовало большое количество вновь подписавшихся на мой канал. Люди это со всего мира, статистику смотришь, Европа, Россия, из Америки много. Есть даже экзотические такие страны, которых название ты с трудом вспоминаешь. Но тем не менее, это самое, люди это всюду смотрят. Но большинство просмотров это, конечно же, это самое. Россия, Украина, Европа, Америка. Ну и подписчиков своих в первую очередь хочу поздравить, потому что это золотой фонд любого канала. Это люди, которые вам подсказывают, помогают, делают советы, просят там снять видео какую-то на определенную тему. У меня тут вот записная книжечка такая вот есть небольшая. И вот я сейчас быстренько-быстренько поздравлю своих подписчиков. Ну, в первую очередь это Анна Ивановна 75. Человек, с которым мы вместе начинали вести свои каналы. Так. Юрец Черновалов. Саша Шубин. Татьяна. Имя. Слава. Имя. Кухня. Ну, что-то там. Подожди. Константин. Алина. Имя. Юрия Татьяна. Александр. Имя. Николай. Имя. Виктор. Анастасия. Ирина. Иван. Павла. Олега. Сергей. То есть, надеюсь, когда в следующий год я буду снимать видео, канун следующего Нового года, то вот эта записная книжечка станет гораздо больше. Также я хочу поздравить своих коллег-ютуберов, людей, которые ведут свои каналы, рассказывают о том, что они видят, то, что знают.
Анна Ивановна 75 – это человек, с которым мы вместе начинали вести каналы. Человек из постсоветского пространства, сейчас замужем за турком, живет в Турции. Она вот рассказывает, показывает Турцию глазами там, жены, домохозяйки, матери. Очень интересный канал тут, вот, самый, мне попался, мы с ним стали сам сотрудничать. Юрец Черновалов, он так себя называет, я его называю Юра. Очень интересный парень, ведет позитивно. Свои ролики вот снимает, это сам рассказывает в Германии. Это специальная программа по о том, как молодежь из постсоветского пространства приезжает это самое, в немецкие семьи, обучается там языку, изучает культуру, ну и своим образом помогает семье, в которой он проживает. Ну, ссылочки на канал этих людей будут чуть пониже, там вот само под моим видео, смотрите. Очень интересно. Канал Александра, ну тут вообще, я вам должен сказать, Саша человек очень есть, он врач скорой, детской скорой помощи. То есть, очень мне тоже приглянулся канал, посмотрите, будет, наверное, само вам интересно. И еще все какие-то доходы, которые нам приносят это самое виде, он все эти доходы отправляет на лечение маленького ребенка. Ну, просматривая его видео, вы таким образом сможете помочь в лечении ребенка. Ну, то есть всех ютуберов, кто снимает, ну пусть там будут этот самый летсплейщики, которых я не очень-то люблю, они снимают там самое прохождение различных игр. Ну, раз уж так сложилось, что YouTube это в большинстве своем молодое поколение, там подростки, очень большое количество таких вот видео. Меня больше привлекает видео, которое рассчитано на мою категорию, скажем так, что-то либо интересное о странах, о путешествиях, пусть там будет это автомобили, бытовой техники, ну то, что интересно человеку моего возраста. Также я хочу поздравить нашу энергетическую братью. Получилось так, что впервые за 6 лет мне посчастливилось встречать Новый год дома. Представляете, за 6 лет я ни разу не встречал Новый год дома, потому что мне вот моя работа призывала сама находиться на рабочем месте. Рабочее место это у меня щит управления электрической станции. И это даже не в моем городе, а отсюда далеко. Ну я рад, что так вот случилось, и в этом году я буду дома встречать в кругу семьи. Это Новый год. Господа энергетики, я горд своей профессией, горд за вас, что вы даете возможность людям встречать этот Новый год, да просто жить. Вы даете им электричество, вы даете им тепло. У нас бегают электрички, у нас ездят трамваи, вы смотрите кино. Это все делают энергетики. У них нет ни выходных, ни праздников, ни дней, ни ночей. Он встал, пришел и бычит. Хорошо, что если он сидит, а когда вот он носится и мечется, когда человек проживает за 5-10 минут то, что нормальный человек не проживает там за десятилетия, я вот буду за этих ребят. Вторая вахта, я за вас тем более гордо. Ну что ж, мои друзья, вроде бы то, что хотел, я рассказал. С наступающим вас Новым годом. Смотрите мои видео. Высказывайте свое мнение в комментариях. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Ну что ж, я жду вас на своем канале.